Из Беларуси есть. А из дальнего зарубежья, по-моему, у нас вот Амид следующей весовой категории. Да, да. Ну, итальянец очень хороший. Очень хороший из Индии. Да, вот Джануиджи Маланга, мы увидим с вами весовой категории, как раз 69 килограммов. Андрей Замковой, вот какой бой нас ожидает, потрясающий. Да, да, да. Андрей Замковой с итальянцем Джануиджи Маланга. Посмотрим, 69 килограммов. Да, вот и из Марокко парень Марокко в полутяжелом весе будет боксировать. Ну, давайте посмотрим, тем более мы уже говорили, немножечко предваряя этот поединок, на Василия Егорова всегда интересно смотреть. Ну, а финал, как я понимаю, да, у нас с вами уже получается как раз Надиржон Мурзахамедов из Узбекистана и Игорь Царегородцев, да, в 49. Это уже завтра. Завтра мы с вами узнаем. Завтра в 17. Да, завтра в 17:00 мы приглашаем всех и на телетрансляцию, и посмотреть, поболеть. Потому что, как я понимаю, допуск зрителей разрешен только завтра, да, в условиях ограничений. И то ограниченное количество, но, по крайней мере, можно. Завтра здесь, на Сибур-арене, наверное, мы снова увидим эту знаменитую поддержку узбекской команды, да. Очень будет такая горячая, ну, конечно, российская, с российской стороны будет много болельщиков. Вот узбекский боксер также боксирует в обеих стойках, и в левосторонней, вот сейчас, на данный момент, и тут же переходит в правостороннюю стойку, в левшу. Вот видите, опять перешел в левшу, меняет стойки. Да, меняет, но мне кажется, Василий это все видит. Он как-то, по крайней мере, видите, как он очень, очень аккуратный, вот, очень в своих действиях. Вот видите, даже сейчас советую секунданты, больше движения, уж кажется, куда уж больше, да, и то говорят, больше движения, да. Хорошо двигаются ребята и на ногах, и вообще перемещаются. Опять же повторяемся, советская школа бокса. Конечно, да, конечно. Вот смотрите, Бивол Дмитрий, да, такой челнок на ногах, и ничего ты с ним не могу сделать, никто пока, да. Хотя говорят, что ну, это не зрелищно, это не любят американцы, это не купит телевидение. Да нет, почему? Хороший бокс сразу нравится, да, и американской публике. Ну, не обязательно должна быть с первой секунды, как называется, драка. Все-таки бокс – это искусство самозащиты, движение. Конечно, и там тоже очень искушенная. Красиво должно быть. Да, да, ты иди победи сначала, правильно? А да. Потом, конечно. Сейчас как раз мы с вами понаблюдаем, как работает красный угол. И действительно, вот снова, естественно, появляется в ринге Виктор Борисович. Виктор Борисович, да. Вообще замечательный человек. Как он работает с журналистами, отвечает. Он во всех отношениях. Да, это просто, да. Я даже, знаете, с точки зрения нашего цеха, всегда готов дать комментарий. Это же важно, да, когда тренер не закрыт, не демократичный человек. Да. Точно, очень точно. Совсем может уделить внимание, поговорить, как, кстати, объяснить. Как в Петербурге, как они здесь, журналистов не всегда не могут попасть? Как сборы прошли там за закрытыми дверями? Хорошо, да, в Петербурге? Очень, да. Я разговаривал с тренерами и с самим Виктором Борисовичем, моим хорошим товарищем, разговаривали. Все было на высшем уровне. Да, да. И размещение, и питание, и место проведения тренировок, и партнеры. Все наши петербургские боксеры
совместных тренировках участвовали со сборной России. Да, это опыт. Это отлично. Это да. опыт и это и хорошо сборная России и конечно, вне сомнения, нашим молодым, можно сказать, спортсменам питерским. Ну вот иногда пропускает, может, не сильно, но так, да, вот эти вот выстрелы. Ну вот, давайте будем, что все-таки ведет бой больше казахстанский спортсмен. Ведет бой. Ответ Васи Егорова. Пока равня, как говорят у нас. Мы с вами боимся загадывать по предыдущему. Да, предыдущим, да, это да, верно. Да. А, к сожалению, да, не так давно ушел из жизни Генлин, да. Володя, мой товарищ хороший, да. Я с ним тоже несколько раз общался, интервью брал. Знаете, мы много лет знали друг друга. Журналиста брать интервью у журналиста, но он просто был блестящий рассказчик и... И менеджер, помните, в свое время он был... Он и тренером работал. Ну и всегда, когда такие возникали ситуации, он всегда говорил такой, ну и как вам это нравится? Всегда говорил, как вам это нравится? Да, комментировал он четко. Знающий человек. Да. Из бокса, а не просто журналист. Но даже он, человек из бокса, тренер и... Сам же он боксировал, да? Да, конечно. Но даже он говорил, что я никогда не буду из себя делать гуру бокса, что я все понимаю, я все знаю. Это невозможно. Это да. Даже он с такой скупой манерой не позволял себе никого учить, не делать каких-то резких оценок. Это, наверное, надо всем учиться. Как вот, да, советским боксерам надо учиться... На советской школе, точнее, то, наверное, и комментаторам тоже надо учиться, да, на советской школе комментаторов, да. Век живи, век учись, да, все правильно. Ну, что мы с вами сейчас имеем, да? Ну, снова похоже, вот да. Все-таки да. Мне кажется, не знаю, опять же, как судьи оценят. Что бой ведет все-таки казахский спортсмен. Конечно, да, мне тоже так кажется, да. И в той же манере, что работал Царегородцев, боксирует Егоров. Да, да. То есть называется, мы называем это в ответной форме. Нет какой уверенной атаки, агрессии. Да, соглашусь. Соглашусь с вами. Ну вот представляют сейчас как раз... Боксеры из синего угла. Сейчас мы с вами узнаем, кто же пойдет в финал из этой пары. Да, это у нас первая пара. Да, это как раз первая. Я хочу, чтобы мы с вами еще посмотрели обязательно Шахабеддина Заирова, олимпийского чемпиона. Посмотрим, как он выступает здесь. Ну, конечно... Олег Петрович, все-таки пандемия, согласитесь, наложила огромный след. Да. Везде, во всех видах спорта. Во всех видах спорта, в нашем тоже самое. Ребята молодцы, они не бросали заниматься, тренироваться. Но это не то все, конечно, это все было не то. Вот сейчас несколько раз очень хорошо попал. Да, вот сейчас, Егоров, да. Видимо, тоже секунданты ему так немножко подсказали, конечно, да, что надо делать, да. Я не слышу ничего. Вот сейчас оба в левше боксируют. В правосторонней стойке. Да. Ну, Василий сам же, он левша же такой, ярко выраженный. Все время пытаются вот этим, да, правым джебом. Обоюдная такая идет. Обоюдная работа идет такая. Удар на удар, как говорится. Это очень сложно вот выдержать, когда оба... Да, такой очень энергозатратный. Да, вот сейчас, да.
Тут пропустил, да? Пропустил и тут же ответил. Тут же вернул. Очень сложно судим тоже судить и вот такие бои. Да, соглашусь с вами, конечно. Хорошая концовка. Тут уже оба бойца понимают, что не надо уже экономить. Да, да, все отдать надо за эти секунды. Хороший, отличный бой мы с вами смотрим. Действительно, полуфинал. Хороший, да, бой, действительно, хороший бой. Да. А, понятно. Понятно нам уже немножечко тоже с... Вот концовка. Происходит. Очень важно. Да. Вырвать концовку, особенно в третьем раунде. Ну, видите, даже не гнушается какими-то локтями работать. Даже судья сразу, рефери увидел сразу это, да. Ну, это не хочу сказать, что это грязный. Это случайно, это не специально. Да. Случайно, да, наверное. Ну, давайте дождемся решения. Очень сложно определить здесь, да. Сложно. Так, внимание сейчас на ринг. Опять раздельное вот, видите, решение. Да. Ну, здесь, похоже, да, хоть и раздельное, но мы с вами ближе были, по крайней мере, первые два раунда, ближе, конечно. Да, к этому результату. Давайте посмотрим на судейские записки, на карточки. Вот. Да, вот, кстати, да, вот и